Аккуратно, чтобы на него не упал. И не расслабляться.
Не надо на силу ломать, походить отсюда аккуратненько. Так, вы готовы? Начали. Стоп, смотри. Смотри, смотри, сейчас будет. Да, Вика. Все будет. Можно подходить? Так. Иди сюда. Иди сюда. Ты знаешь, как сделать только толстый воздух, да? Не смешай пол. Всегда так делаю. Просто, Вика. Я тебе потом как-то подойдешь, что я могу сказать. Внимание. Хаджина. Доля моя кровь, деньги еще моя кровь. Да, слушай. Смотри, я лартон шкали, тем как всегда колок стульку. Вот он. Артем, я вам делал эпиктер. Матея? Ашай? Матея? Кто разговаривает? Ох. Аджина. Сашенька, там я разговариваю, все записываю, потому что когда ты что-то плохое говоришь, я не говорю ничего. Оно записывается, а потом человек слышит, что ты думаешь, что ты Леха, почему падает? Потому что ты русский. Я еще вот это где могу прыгать? Прыгай, 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 прыгай. Вот так, руки не выставляй. Только заднюю подножку и туда. Дверь! Не подпускай его к себе в лиц. Туда поставь, на красную линию. На красную линию. Нет. Так, раздели, чтобы разделено было. 4 квадрата было. Вот так. Ой, блин. Отлично, умница, молодец. Кто еще? До конца, до конца. Из колен. Из колен. Вот ты, ёлки, Вика, такой бросок. Так уже он на колени встал, уже его могут... Я уже его. И вот он встает, да. Даже не упал. Разговоры. Где еще одна чучела? Вон туда положи. Вот это чучело возьмите. Еще одно чучело. Так, с ковра мальчики отошли. Можно? Да. Давайте, вам 5 минут, я думаю. Аккуратно, аккуратно. Матея. Стоп. Встали, заправились. Встали, заправились. Никита. Кимоно заправили. Артем, шаг вперед.
Саша, опять ты разговариваешь, и потом будут наказывать, ты будешь обижаться. Сурома, ты парта не лез? Что, домой? Нет, какой домой? Ушли, сели, следующие вышли. Да, мы вдвоем. Да, Владимир, что мне можно? Не могу. Так, Владимир, иди сюда. Так, иди сюда, Владимир. Опусти обе. Оставь, ушел. Оставь, ушел. Так, кто еще не боролся? Что ты сидишь? Становись сюда. Становись сюда. Так, там что у нас? Веня. Кто там сидит у нас? Пастухов, Вика. Вика Богданов. Так, иди сюда. Идешь с Богданом? Ты ничего не делаешь. Посмотри на меня. Ничего не делаешь. Берешь захват и ходишь. Посмотри на меня. Я тебе скажу, когда что делать. Хорошо? Я просто посмотрю, как он готов, не готов, что можно делать. Он пусть бегает, носится, прыгает. Одну руку, смотри, вот так одну руку, правая рука, обычно берут захват. Ты правую руку ставишь вот так и держи его. Я чуть ли не сделаю. И что можешь сделать? Можешь вывести руками вправо, влево и назад. Стынга дряпка и назад. Просто руками. Но ни в коем случае ты должен в стойке остаться. Саша, то же самое, ты в стойке должен остаться. Владимир, скорее не делайте пока, то мы сейчас не повторяли, а то он выше тебя. Двумя руками захват. Готовы? Так. Веня, где он хочет? Значит, Владимир, перейдите сюда, пожалуйста. Веня, туда. Как тебя зовут? Михай, через бедро ему сделаешь. Веня, ничего не делаешь. Ну, он должен подготовиться, 100 бросков сделать, один, второй, третий, и тогда Борис никаких проблем не будет. А так как у него вторая тренировка, сам понимаешь, возьми захват, походи, тоже есть, и знаешь, руками можно, раз, два, три. Еще он может падать и руку выставить, с ним привычки, поэтому будь аккуратен. Хочу. Наступил, ну, один меньше говорит.